Почетный диплом и эффектную статуэтку вручили семье Зарубиных. Галина и ее дочка Настя одержали победу в краевой премии «Движение первых». Одно из условий конкурса – снять на телефон видеоклип, в котором нужно было рассказать о себе и своих увлечениях. В итоге история нашла отклик в сердцах жюри. Из 20 семей семья Зарубиных признана лучшей. Мы участвовали в течение года в разных конкурсах. Сделали клип, выставили его на сайте. Ну и вот победили. Мы даже не ожидали, если честно. Мы участвовали в благотворительных акциях. То есть помощь детям. На СВО собирали посылки. На следующий год я хочу помочь животным, которые на улице, и они, ну, бездомные. Я хочу собрать как можно больше денег и отдать все эти деньги им на продукты. Возможно, эта акция помощи принесет семье Зарубиных еще одну победу, но уже в следующем году. А между тем, краевая премия рекотделения «Движение первых» – награда уникальная. Придумали ее в Алтайском крае, и сегодня ее вручают впервые. Победители определили в 6 номинациях, например, «Наставник» или «Отряд движения». И сейчас, в принципе, все государство обратило свое внимание на наше будущее. Все возможности благодаря президенту открыты через движение для каждого из вас. С нами дети, родители, наставники, ведущие предприятия, самые сильные организации нашей страны. Потому что мы первые. Мы будущее страны, которое строим с вами сегодня, сейчас, в 89 субъектах Российской Федерации. На торжественной церемонии награждения чествовали активистов со всего края. Всего было подано более 1300 заявок. Из них выбрали 400 претендентов. Но самое главное, что каждый из них стал за этот год частью большой и дружной семьи первых, которая и дальше готова жить только в движении. Валентина Аскерова, Владислав Ковалев. День с толком.